Всем доброго вечерочка, девчонки, мальчишки. Сегодня я готовлю салат. Вот. Но хочу вам рассказать про свою разгрузку, которая у меня вчера была. Что вам хочу сказать? 2 килограмма 100 грамм ушло. Этому я очень рада. И сейчас из меня водичка вытекает, убегает. Сегодня у меня, знаете что? Сегодня я сидела с утра на гречке. Вот. И днем тоже. А вечером сегодня у меня будет салат. Это куриная грудка, яйца, кукуруза и огурец. Вот. Вот, смотрите, вчера показывала тушь. Ну что, глаза вообще, вообще великолепные глаза. Мне так понравились. Тушь вообще изумительная. Я не думала, что такой будет эффект. Вот. А насчет того, чтобы показать вам весы и так далее, пишут злопыхатели. Что хочу вам, злопыхатели мои, сказать? Пока я худела интенсивно, я, наверное, за год интенсивного своего похудения показала, наверное, весы от силы 2-3 раза. И вообще я не обязана это делать. А чтобы подогревать ваш интерес, наверное, буду делать вам назло. Чтобы больше вы воняли. Тогда будет, наверное, больше комментариев от вас. Еще хочу вас предупредить, что наняла модератора, который сейчас будет работать, и который будет сообщения, значит, фильтровать от ваших гнусных и гадких сообщений. Ну, гнусные и гадкие, они не в этом плане, что вы там пишете мне правду. Дело не в этом. А дело в вашем мате, как вы материтесь, как вы ругаетесь, хотя на самом деле вы говорите на меня, что я такая плохая, оскорбляю вас и так далее. Курочка. Вот. Но что хочу сказать. Опять же, вы сами же унижаетесь до моего же уровня. Так что, чтобы это искоренить, у меня появился модератор, который сейчас будет этим работать и будет удалять сообщения. Что хочу еще сказать по поводу... Сейчас будут вопросы, а если у меня будет какой-то личный вопрос. Если у вас какой-то будет личный вопрос, и я сообщение все равно в комментарии просматриваю. Так что не переживайте, я всегда отвечу. Всегда. Я всегда с вами на связи. Просто модератор нужен для того, чтобы удалять гаденькие сообщения. Вот. Чтобы это было всем приятно, и смотреть видос было приятно, и читать потом комментарии приятно. Но я не буду удалять, знаете, сейчас будут говорить, что модератор будет удалять такие комментарии, которые вы пишете правду, но при этом вы не материтесь. Нет. Комментарии все будут хорошие. Ну, имеется в виду, все будут оставаться, кроме мата и оскорблений меня. Вот если вы будете переходить границу, то, конечно, вам алис капут. Понятно? Насчет еще весов хочу сказать. Девочки, дорогие мои, в основном девочки, ну и мальчики тоже, там есть какая-то небольшая частица мужчин. Я вас приветствую. Вас очень мало, но вы в тельняшках. Что хочу сказать, девочки, насчет весов. Вот вы знаете, вот вы мне пишете, что много блогеров, которые показывают свои весы. Да, согласна, пусть показывают, им нравится это, им нравится вас мотивировать. А я считаю, что мотивация должна быть не в весах. Мотивация должна быть в виде человека, как он видоизменяется. Вот это большая мотивация. Вы видели, как я за год изменилась, да? Как я похудела. Так что я думаю, что это очень большая мотивация. Ой, что-то я сегодня так подустала. Погода такая серая, унылая. Ну, что делать? Скоро зима. Курочка, так, я сейчас, по-моему, всю курочку съем. Вкусно, я ее так разварила. Ну, такая мягкая.
кстати, сейчас. Салат надо делать. Вы знаете, я даже сейчас ее рубить не буду. Резать, точнее. Я даже ее... Она настолько мягчайшая. Видите, вот. Даже сейчас камеру чуть-чуть поверну. Настолько мягчайшая, что я ее просто порву на мелкие кусочки. Будет, наверное, еще вкуснее. А, еще хочу ответить тёчкам, которые говорят, что у меня там куча морщин. Каких-то там... Не знаю, что у меня какая-то вообще... Плохенская вообще кожа настолько, что вообще прям, ну, уродина из уродин. Хочу вам сказать, что морщины у меня могут это быть носогубные складки, которые марионетки. Вот это да. После похудения, конечно, у меня стало не айс. И после похудения у меня, конечно, вот мой лобик. Видите? Я вообще ничего не скрываю ни от кого, в принципе. Потому что я все время с вами на виду. Я все время с вами общаюсь. У меня, кстати, еще даже гусиных лап нет. Да и, кстати, не должно в моем возрасте быть еще гусиных лап. И, кстати, мне 3-4. Угу. Если кому-то интересно. Вот. Я хорошо выгляжу для своего возраста. Некоторые думают даже, что еще и мне меньше. Так что меня это очень радует. Я радуюсь. Мотивируюсь. Опять же, так что я еще красотка. И вы, девочки, все красотки. Как я уже писала вчера, что вы же женщины, у вас должна быть искра, вас должны желать, вас должны вожделеть. Вот тогда жизнь наша будет прекрасна. Ну, я думаю, многим будет интересно, что же я сегодня буду есть на вечер. Я возьму один огурец. 3 яйца, грамм где-то 300-250 куры. Это у меня получается этот... Ой, филе без кости, да. И одну банку кукурузы. Вот, я сейчас это все нарезаю и тщательно все перемешиваю. Но курицу не буду нарезать, филе. Просто вот так его, знаете, сейчас оно уже остыло. Вот так порву. Я думаю, будет намного вкуснее. Особенно, знаете, такую люблю курицу, когда делают оливье. Вот просто обожаю. Кстати, вы можете для похудения делать оливье. Почему бы и нет? Только добавить вместо колбасы курицу или говядину, да? И убрать картофель. Ну, если это в основном это вечернее, да? Мы там, Новый год, это у нас вечернее застолье. Вот, так что шикарно. Все, вот так вот я... Общипала ее, нащипала. Вкуснятина. Яйца крошу всегда крупно. Я люблю, чтобы яйцо чувствовалось. И огурец тоже буду крошить крупно. Чтобы у нас не одна только была кукуруза или, допустим, курочка. Курочка, дурочка. Накрошили. Пока мы готовим салат, наш Арчибальд съедает отходы. Отходы это кожура. Да, Арчик? Вкусно? Ну-ка давай. Служить, Арчик. Иди ко мне. Ой, молодец. Ну, цирк плачет по тебе. Ну что, наш салат готов. Вы можете его смочить или подсолнечным маслом, или сметанкой. Может, какой-то у вас есть соус для похудейка. В общем, все, что найдете в вашем холодильнике, главное, чтобы не калорийно было. Я возьму 15% сметану и просто положу там 1,5 ложки. Все. Перемешаю. На этом все. На этом салатик мой готов. Ой, я про чеснок вспомнила. У меня нету свеженького. Я возьму, что Инна прислала. Сухой чесночок. Я думаю, будет бесподобно.
Значит, что мы делаем? Все, салат готов. Берем 200 грамм салата. 250 грамм я кефира возьму. Вы можете взять кофе, допустим, с молочком. Или просто кофе. И чем-нибудь запить. Все. Вот такой ужин у меня. Если желаете, милости просим. Приходите в гости на салатик. Все, девочки, мальчики, всем огромное спасибо. Вкусный салатик. Пока-пока.